Storyteller, London Network, Daily Post. Menta perlokan waras pi kubur. Kanyo wajar ngut kishpa Ukraine. Arah jarnyo spa kibepen. Badangnyo syusyu. Kibadu uniu benai September. Tong ini sengap. Kamu Defense Minister ke Rusia badu ke Ukraine katnya hajar ngut kishpai uniu benai September. Sergei Shoigu, u Defense Minister ke Rusia syusyu uang bah. Kishpai Rusia kiladab yat syaprang. Hapo kakup yang direction. Кстати, эффективного огневого поражения вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения. За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения военной техники, в том числе 7 американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши, Соединенных Штатов Америки, а также 2 немецких танка «Леопард» и 1 английский танк «Челленджер». Канегадей катбау Шойгу, катбау данг пенбанай ки план бан кампан баха шушу, яки джингла ага джингле джонки шпай кит лингсунь ка Русия, кумджуру ка Eastern and Southern Military District. У Шойгу услар ру ика Америка бад хики лок джонка, намар ка джинг саплай тирелек ши Украин, Walada ke jingir tema persia ke klempen i ganu-ganu ke result bayos ngau da ke waktu ada ke kti. США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению. В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. Лечно у Шойгу яка Tactical Missile Corporation Defense Industry в Москве, у Russian Defense Minister, у Inspect яка State Defense Order. Kobe Shibun, Storyteller, London Network, Daily Post.